Добрый день, уважаемые зрители моего канала, зрители Ютуба. Здравствуйте. Добрый вечер, доброе утро. Это я не могу сказать, потому что я не знаю, когда вы смотрите это видео. Но сказать я могу другое. Перед вами лежит мой ноутбук. Вы спросите, почему он лежит кверх ногами? Ну, это очень просто. На другой стороне, в центре крышки, эмблема. Причем эмблема фирмы, которая мне, в общем-то, не очень нравится, поэтому, ну, чего, собственно говоря, ее рекламировать. Ну, хотя наиболее внимательные увидят, конечно, как называется мой компьютер, но речь сейчас не об этом. Проблема, которая возникает через 2-3 года пользования ноутбуком, у многих похожая, одинаковая, можно сказать. Вентилятор, который обеспечивает охлаждение процессора и который жизненно важен для ноутбука, начинает шумновато работать. Это доставляет хозяину или хозяйке ноутбука массу неприятных эмоций, беспокойства. Собственно говоря, если вентилятор перестанет работать, перегреется процессор, компьютер сгорит, домашние архивы все непонятно потом, как восстановить. Это большая проблема. Сегодня мы поговорим о том, как с ней справиться. Но не спешите за отверткой. Не нужно откручивать многочисленные болтики, вытрясать железные кишочки. Это мы сегодня делать не будем. Эта проблема в большинстве случаев, я повторюсь, в большинстве случаев, всякое бывает в жизни. Может, и все-таки нужно бежать в мастерскую. Так вот, в основном проблема решается намного более просто. Посмотрите внимательно на свой ноутбук. Сбоку у него есть на дне одно вентиляционное отверстие, а сбоку второе вентиляционное отверстие. Обычно на дне это вход воздуха к вентилятору, а здесь выход воздуха. Когда мы смотрим на YouTube видео, отсюда дует горячий ветер. Я думаю, вот он похож у меня лично в моем ноутбуке на ветер в Сахаре. Ну, опять же, в Сахаре я не был, но мне кажется, что ветер там именно такой. Что сопровождается вот этим вот хрустом. Что мы можем сделать? Проблема обычно заключается вот в чем. Около вентилятора скапливаются большое количество пыли, которая и, как ни странно, вот вроде как пыль. Что такое пыль? Ну, это пыль, собственно говоря. Как она может хрустеть? Но она именно и хрустит. Что мы можем сделать, не разбирая ноутбука? Мы можем закрыть частично отверстие пальцем, оставив где-то около 3 сантиметров отверстия, 3 на 1 где-то, вот такой прямоугольничек. Сейчас я объясню, почему именно 3 на 1, а не 2 на 4 или 6 на 8. Теперь мы должны подуть в это отверстие. То есть я дуть, конечно, не буду, чтобы не шокировать зрителей Ютуба. Я просто расскажу, как это сделать. Значит, закрываем отверстие, оставляем дырку нужных размеров и достаточно энергично некоторое время дуем туда. Раз, два, три. Затем закрываем вторую часть дырки и дуем сюда, уже в правую часть. Можно, если вы разошлись, можно подуть и в это отверстие. Но, учитывая то, что воздух идет с отверстия в дне в отверстие в боку, то дуть нужно в обратную сторону, чтобы это было более эффективно, чтобы пыль вылетала
туда, откуда она влетает изначально в компьютер. Ну, я назвал ноутбук компьютером, но я думаю, что я прав, в общем-то. Вот. Значит, подули, включили. Я думаю, станет лучше. Если не стало лучше, или чуть-чуть стало лучше, подуйте еще раз. Ну, если дутье не помогло, ну тогда или пусть работает дальше, как работает, или тогда мастерская, разборка и так далее. Но это уже предмет не этого видео. Ну, а если все-таки вы продули вашего друга, то я вас поздравляю. Настроение у вас в этот день, безусловно, улучшится. Рад был вам помочь тем, кому помог. Я думаю, что в следующий раз я вам расскажу еще что-то интересненькое. Любите своих близких, ухаживайте за своей техникой. До новых встреч. До свидания.